Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда вместе с мужем. Вот, чек, как всегда, будет в конце видео. Новый, кто проверяет все покупки, да, Лёшка? Леофан. Бона уже устала проверять. Вот, и так, нос. Вот такая закупка у нас получилась вместе с мужем. Так, нос. И ты нос тоже убери. Вот, давайте начну отсюда. Здесь у меня, как всегда, все для собак и котов. Вот эти вот покупаю баночки, очень нравятся. Я уже говорила моим собакам. Покупаю такие пакеты. Пакеты они едят на завтрак, банки на ужин, в общем. Красота. И котам здесь еще у меня тоже вот эти Пурина. Они были по акции, я взяла им тоже их. Дальше взяла вот такой порошок, он был по акции, 4 килограмма, Дося. Я, кстати, как-то раньше покупала Досю, мне нравилось. Наполнитель, вот этот неплохой, удерживает запах, но плохо комкуется. Туалетную бумагу большую, сразу упаковку, вот тут пришел красавчик. Вот, немножко бытовой химии, салфетки еще. А, кстати, мне нравятся вот эти лентовские салфетки. И решила взять, попробовать вот эти пленки для животных, это для маленькой моей собачки. Здесь 30 штук. Именно для животных решила попробовать. Обычные влажные салфетки. На них не было акции, поэтому взяла одну штучку. Вот и Джуси тут пришла. Кондиционер. Мне, кстати, очень понравился. И гель для стирки. Так, Леофан. Сейчас уберем. Гель для стирки понравилось, но его я не увидела, что-то не нашла в магазине. Поэтому взяла такой кондиционер. Очень прикольный. Это у меня взял муж. Себе шампунь, он ему очень нравится. Зубная паста, здесь женские штучки всякие, и два дезодоранта, может, уже себе взяла сразу, чтобы в запасы. Так, давайте начнем отсюда. Взяла вот такое масло, кстати, мы его уже покупали, очень вкусное масло, оно, видите, уже растаяло, надо убирать срочно. Яйца отборные. Так, я, кстати, вот масло половинку в масленку кладу, а половинку убираю в морозилку. Потом там на выпечку или на что-то такое использую. Мясо здесь еще взяла. Цена мяса не такая. В чеке будет видно, там акция у них какая-то была. Значит, купила филе грудки индейки. Такую, ну, одну штучку, один кусочек. Леофан, не кричи. Песня поет. Вот, свиной окорок без кости. Тоже он, по-моему, подешевле стоил. Фарш домашний. И еще вот такой, что это, карбонат без кости. Также взяла большую упаковку сосисок и сардельки. Сардельки были на акции. Вот эти вот вязанка. Кстати, вязанка очень нравится, еще и сосиски. Я их в морозилку убираю, я уже говорила. И сардельки тоже. Потом на что-то вкусно очень. Вот такой кусочек муж у меня взял, сервелат. Взяла еще вареную колбасу, хочу оливьешку сделать. Сыр кусочек вот такой российский. И давайте здесь напитки. Тархун и кола. Кстати, кола черноголовка вот это очень вкусная, мне нравится. Горошек взяла, кукурузу на салатики какие-нибудь. И у меня муж взял вот такой кофе попробовать. Не знаю, сколько оно стоит, в чеке будет видно. Здесь килограмм. Это зерна кофе. Так, хлеб, два батона вот такие, хлебный дом московский. Взяла Мистраль, я очень люблю, кстати, марку Мистраль. Большую такую упаковку гречи. Соль самая обычная, самую простую я обычно беру. И вот такие вермишелька Макфа для супчиков. А, еще вот питу две штучки взяла, что-нибудь вкусное сделаю. Ну, я их обычно разрезаю, туда там салатик всякий, получается вкусно. Дальше соусы. Кетчуп вот такой томатный, слобода, сырный соус, сметанный майонез на салатик оливье. Еще увидела вот такие новые соусы для картофеля. Решила попробовать. И вот такой, смотрите, для бургеров и закусок. Я так понимаю, сразу с огурчиками. Тоже попробуем. Здесь я взяла соки. Это сыну младшему буду давать, когда он у меня будет оставаться на продленку с собой. И у меня старший сын хотел попробовать березовый сок, сделанный в Беларуси. Я вот ему две штучки купила попробовать. Правда, он тут с сахаром. Ну, то есть он, получается, по вкусу, наверное, будет не как настоящий. Но он у меня все хотел попробовать. Думаю, надо ему купить. Пусть попробует.
Вот. Дальше. Тоже вот такие вот, ну, может быть, буду давать яблочко и, допустим, что-то такое, когда будет на продленке оставаться, потому что если он будет оставаться, у них там дополнительное занятие аж до 4 часов. Вот, так что, да, обедом у нас невкусно кормят в школе. Еще печенье вот такое взяла и вот такие воздушные колечки. Ну, я обычно в контейнер там собираю там пару печенек, может быть, орешки какие-то. Там яблочко, допустим, даю, и сок, и еще бутылку с водой. Так, огурцы по 89 рублей пакетик. Помидоры у меня еще свои, а вот огурцы уже совсем нет. Еще взяла 4 штучки, это я себе, инжиринки. Они по 29 рублей. Но они такие, на самом деле, не очень хорошие. Были бы хорошие такие, большие, я бы взяла побольше. Вот. Дальше здесь дыня. Почему-то колхозница у меня. А это торпеда. Ну, в общем, ладно. Неважно, они там в одну цену, по-моему, были. А, арбуз вот такой. И здесь я взяла еще батат. Вот меня как-то в прошлом году спрашивали. Батат продается всегда, вот начинает где-то с конца августа, да, и аж до декабря продают батат. Это сладкий картофель, я его очень люблю. Запекаю в духовке просто со специями и солью. Получается очень вкусно. Как тыкву я его запекаю. Вот, поэтому взяла себе 3 штучки. У меня мужчины мои не едят батат. И здесь у меня картофель, обычный эконом вот этот вот. Но хороший такой картофель. Еще нам дали вот такие вот конверт сюрпризов какой-то. Надо будет открыть, посмотреть, что это. И 5 килограмм сахара. Муж взял у меня сразу, чтобы мне потом не таскать. Вот. Еще у меня вот здесь в пакете, забыла показать, дрожжи. Я все время покупаю вот эти сухие дрожжи Сафмомент. На всякие очень нравятся, хорошо действуют. Вот именно вот эти дрожжи. Другие я покупала много, какие разные другие фирмы. Они такие не очень хорошие, а вот эти классные. Вот. Так что вот такая вот у нас получилась закупка. Давайте покажу чек.